Штатский, большое спасибо. Большое спасибо за донат. Какая въедливая вот эта песня прошлая, да? Вот все равно, вот, ну, вот умеет этот чел делать. Тут ничего не скажешь. Хиты. Нас ждет страшный конец, господа. Светлый трек. Слушаем. Блядь, как будто в Half-Life зашел. Такая штука должна быть, как будто реально, да. Уснул, стрипщик хуярит. Да. Аудиокнигу Лавкрафта. Да. Неописуемое хтоническое зло. Ну да. Там должны быть вот эти вот, типа... Как headcrab sounds. Ну, на самом деле, блин, при этом, ну... Тут хорошо сделано вообще. Вроде не пикует и так далее.
его сейчас. Да не, на самом деле, ну чё, реально в какую-то такую игру, типа, это можно засунуть. Бля, у меня главное был какой-то... Хуй найдёшь уже, наверное, был какой-то чел, я не знаю, какую-то игру, короче, он разрабатывал, как раз вот куда бы такое подошло идеально. Но я хз, там в итоге оно делается или нет. Надо найти, короче, каких-нибудь этих тебе чуваков. Блять. Да даже не сталкер, типа, есть же челы, которые делают там хорроры какие-то, типа, инди мрачные. То есть, надо найти, короче, кого-то, кто разрабатывает хорроровые игры и прям предложить им. Можно даже бабла за это зареквестировать. Тысяч так 20, нахуй, за альбом. И еще, типа, это не сказать, что очень дорого. Ну или хотя бы, да, просто, чтобы в игру пошло какое-нибудь. Ну вообще, по-хорошему, это, ну... Есть же челы, которые прям ищут, типа, чтобы им сделали нужный музон для... какой-нибудь, типа, мрачной игры такой. Прям, не знаю, вроде все интересно. Мое почтение. Спасибо большое за донат.